Любишь Майнкрафт и также любишь девушек-геймер? Что, заходи на канал Дэрис Принцесс. Здесь ты сможешь найти много видео по Майнкрафту, много мини-игр, Skywars, MobWars и многие другие. Заходи и подписывайся. Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон. Добро пожаловать в новую серию Майнкрафта, где сегодня мы будем рассматривать топ-10 способов убить бедного носатого жителя. Карта так и называется, топ-10 способов замучить жителя. Поэтому, ребята, если вам понравится эта карта, я буду очень сильно благодарен, если вы поставите лайк. Ребята, мне нужно знать, хотите ли вы новую серию, мне нужно знать, хотите ли вы больше видео. И вы сможете мне это доказать, поставив свой лайк, потому что как только мы наберем 1500 лайков, я сразу же выпускаю новую серию, где, допустим, мы будем убивать или зомби, или крипера, или скелета, или других мобов в Майнкрафте. Поэтому, ребята, не поленитесь секунду, чтобы поставить лайк, но я вам действительно за это скажу большое спасибо. Также, как я уже много раз говорил, каждый подписчик для меня как друг, поэтому я буду очень сильно рад, если новые друзья вступят в нашу большую дружную семью подписчиков. Все, что нужно, это просто нажать на красненькую кнопочку, или там в уголку, или под видео с надписью «Подписка». Я также скажу вам большое спасибо за это. Ребята, секунду, чтобы поставить лайк, секунду, чтобы подписаться, но за эти 2 секунды вы меня действительно сможете сделать намного счастливее. А сейчас мы будем приступать к самому видео. Ну что, ребята, будем приступать. Давайте сначала рассмотрим, что у нас есть в инвентаре. Эта карта уже состоит в гейм-моде, то есть мы находимся в гейм-моде, потому что у нас тут будет только способы, как убить бедных жителей. Давайте посмотрим, что у нас написано в книжечке. То есть, привет, привет! Человек, который тут находится, добро пожаловать в центр экспериментов над жителями. В этом месте есть много различных комнат, которые ты сможешь попробовать. Просто нажми на кнопочку и посмотри в каждой комнате и посмотри, что произойдет. То есть, что станет с бедным жителем. Вот у нас карта, мы, в принципе, это все можем рассматривать. И тут у нас первая комната. Тут у нас первая комната, которая называется... А, у нас же геймод встроенный, мы же можем летать. То есть пролом в хаос и предательство железного голема. Предательство железного голема. Посмотрим. Так, тут у нас открываются двери, тут у нас спавнится голем, тут у нас все сбрасывается, тут у нас пум. Призывается житель. Мы призвали жителя. Это, знаете, как будто кат-сцены. Мы наблюдаем, что происходит. Сейчас мы призываем зомби. Ой, зомби начинает вламываться в дом к жителю. Мы призываем еще одного, еще одного, еще одного. И что у нас? То есть, если мы сейчас откроем дверь, то этому жителю настанет конец. Да, а если мы призовем голема, то этот голем наоборот Да! Он спасет жителя или он будет вокруг него танцевать? Голем, ты, не-не-не, на меня не смотри, ты спасай лучше жителей, я даже отойду за стеночку, чтобы ты не смущался. Давай, давай, давай. Реально предательство голема, смотрите, он не помогает жителю. Мы спавним зомби, спавним зомби, спавним зомби, а ему наплевать. Ага, вот сейчас до него доперло. А если мы быстренько откроем двери, что станет жителем? И заспавним еще парочку зомби. Ааа, что станет с бедным жителем? Сможет ли его голем спасти? Давай, големушка, давай спас... А мы, кстати, открыли двери? Открыли, вот сейчас открыли? Или наоборот закрыли? Сейчас опять... А фиг его знает, честно. Я как-то даже не вижу, чтобы там двери какие-то открывались. Фиг его знает. Фиг его знает. Ну, походу, все-таки он спасает. Он спасает бедного жителя. А если мы не будем спавнить голема, что произойдет, а? Если мы призовем еще одного вильджера, он войдет. Войдет? Да, у нас... А ну, сейчас давайте посмотрим. Двери... А двери не открываются и не закрываются. Как-то это бредово, мне кажется. А если мы, допустим... Ага. О, он вышел наружу! Он вышел сам наружу! Он сам вышел наружу! И что сейчас произойдет? Давайте быстренько, 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 быстренько забегаем в домики. Давай, быстро, я открываю дверь. Забегай. А-а-а, все, ребята. Они уже успели превратить бедного жителя в зомби-вилледжера. Они превратили еще одного жителя в зомби-вилледжера, который заспамился в золотой бронике. Офигеть. Ага, эта комната должна быть проиграна на тяжелом уровне. А, в принципе, у нас и так на тяжелом.
Ну, ладно, допустим, мы убили жителя с помощью зомби. Это круто. Это был первый способ, да? То есть топ-1 способ. Так, что у нас тут написано? То есть, давайте посмотрим, что у нас тут. Summon Snowman. А Snowman что нам даст? Все понятно. Так, ребята, где у нас Summon Villager? Здравствуй, Villager. И сейчас, муха-ха-ха-ха, когда же тут написано? Пфф, нафиг. Мы шандарахнули молнию в жителя, и он превратился в ведьму. А давайте, если мы... Как вы думаете, ребята, а если мы заспауним много жителей, и сейчас глобальная муха, ха-ха-ха-ха-ха, и посмотрим, что произойдет. Сколько тут появилось различных ведьм. А, кстати, у нас тут есть Сноумен, давайте заспауним. О, он начал атаковать, ребята, ему нужна поддержка. Вот так, поддержка. Один Сноумен и один даже два железных голема и три снеговиков, которые всех раскидали, всех убили. А если мы заспавним, допустим, офигеть, как много жителей, что произойдет? Ну, допустим, столько. Я не скажу то, что это очень много. Так, и сейчас пум, пум, пум. Пум-пум-пум. Что у нас тут написано? Нет, не будем мы. Давайте, ребята, посмотрим, как они их всех раскидают. Все. Каждый по ударчику. Все, ребята. Вот и вторая комната. То есть второй способ, как нам убить бедного жителя. Превратить его в ведьму и потом натравить на него или снеговика, или железного голема. Да, это у нас третий способ. Что у нас тут написано? Ага, то есть это просмотр сверху. Ух ты, нифига себе, сколько тут текста. Эта комната работает не на 100%, да, то есть иногда ты должен подождать. Понятно, не доработали до конца эту комнату, но все же мы подождем, если будет нужно. Ну что, ребята, мы призываем жителя. Что произойдет? Житель. Мы можем сюда подняться, потому что тут у нас, видите, написано то, что мы можем отсюда смотреть. Это как будто площадка для просмотра. Житель у нас стоит вот тут, но пока что он не заходит в наш домик, а он должен туда зайти. Как у нас было там снизу написано, то, что эта комната работает не на 100%. Иногда, вот тут даже было написано, иногда тебе нужно подождать перед тем, как житель зайдет в саму дверь. Ну ладно, мы призовем еще несколько жителей и подождем, пока они все зайдут в эту дверь. Поперло? Поперли? Нет, не поперли? Давай, жители, давайте быстренько, у нас куча времени нету. О, поперли! Пум! Житель? Нет, тебе не нужно там останавливаться. Умные, мать его, жители! Житель? О! А вы уже поняли, что там такое? Ребята, вы уже поняли то, что там у нас лава. То есть, как только они туда заходят, они... Круто, да? Они просто наступают на вот эту плиту и падают в грифер-ловушку. Вот видите, сейчас там ничего нету. Там есть пол. А если зайдет еще какой-то житель, допустим, сейчас еще несколько зайдет. Давай. Во, и видите, там открывается пол, и там внизу есть лава. Ну зайдите, ну пожалуйста, ну житель какой-то, пожалуйста, зайди, покажи. Покажи нам, как нужно попадаться в грифер-ловушку. Давай. Еще несколько. Давайте. Во! И упал. Зашибись. Всё, жителя как и не бывало. Да, ребята, это был третий способ, как убить бедного жителя. Ух ты, так. Это у нас был первый, второй, третий. Тут у нас четвертый способ. Посмотрим, что у нас тут такое. Ух, я даже не знаю. Давайте я даже не буду ничего читать. Давайте я просто призову, и мы сами посмотрим, что тут есть. Офигеть! Так, это что? Так, чат. Давайте посмотрим, что произойдет, если мы заспавим, допустим. Ну, допустим, вот этот виллиджер, да? Что произойдет, если мы нажмем вот сюда? Их как будто затопит, да? Ну давайте еще раз призовем. Да, их как будто
топит заживо, да? А если мы, допустим, призовем еще несколько, вот так, вот так, вот так, во, вот это то, что я и хотел, вот это то, что и я хотел. И давайте мы сейчас их всех утопим. Да. Выжил, выжил, выжил! Как ты это сделал? Уличная магия, нафиг. Как ты это сделал, носатый? Поделись своим искусством магии. Носатый, как ты это сделал? А сможешь ли ты выжить второй раз, носатый? А ну, покажи, покажи. Не смог ты выжить второй раз. Ух ты, ты какой-то никакой маг. А вот это будет еще намного лучше, ребята. Это будет еще намного круче, потому что вы видели, что тут произойдет. Это даже два способа в одном, мне кажется. Если считать по комнатам, то это четвертый способ. Но в этой комнате у нас есть два способа. Как-то закручено. Ну ладно, ну что, ребята, вы готовы? Один, два, этот уже бесится, этот уже знает, что с ним будет что-то не так, что-то с ним произойдет. Пух! Комнаты, как и не бывало. Круто. Вот на вот этот, ребята, дайте я сюда поставлю табличку. Любимая комната. Вот. На данный момент это моя самая любимая комната, потому что вот это убийство мне реально очень понравилось. Это была четвертая комната. Так, что это у нас тут такое? Фиг его знает, что у нас тут. Summon Villager. Ну, в чат даже нам написала нет. А-а-а, куда он упал, ребята? Смотри, куда он упал. Ага, он в небытие упал. То есть, смотрите, он спавнится тут, и потом мы открываем вот этот весь пол, и он падает ниже бедрока, то есть вообще в никуда. Это самая, наверное, жестокая смерть, которая только существует. Ой, они падают, ребята, просто в небытие. Даже в чат пишет то, что они пишут. Нет, не пишут, а разговаривают. Вот еще раз, ребята. Пиф! Смотрите в чат. Сколько? Ну круто, круто. Это реально самая жестокая пока что смерть, которая тут существует. Круто. Это была пятая комната. Да, вот с левой стороны у нас 5 комнат, и с правой стороны у нас тоже 5 комнат. Мы начинали с этой стороны, поэтому давайте сейчас продолжим с этой. А, шестой способ убить жителя. Что у нас тут такое? Приветики, приветики, носастые, бровастые. Посмотрим, что с тобой сейчас произойдет, месье. Мистер носатый. Это самая медленная и мучительная смерть, которая только может существовать. Стоит себе бедненький житель. Я сейчас заплачу даже. Стоит себе и медленно, заживо сгорает. На это даже сложно смотреть. Уходим. Уходим отсюда, ребята. И приступаем к седьмой комнате. Вот это самые такие жестокие смерти сейчас пошли. А, седьмая комната. Что с тобой произойдет? Я по этой надписи могу догадываться, наверное. Мне так кажется. Посмотрим. Ну что, ребята, вы готовы? Давайте. Раз, два, три. Сплющили заживо. А, нет. Нет. Я ошибался. Вот эта смерть славой, она не самая мучительная. И не самая долгая. Вот это самая долгая и самая мучительная смерть. Он умирает очень медленно. Ребята, да, на это сложно даже смотреть. Давайте мы его спасем, ребята. Живи, доктор или кто ты там, библиотекарь. Живи пока что, потому что мы еще за тобой вернемся, если ты не убежишь. Да, найди способ убежать с этой комнаты. Это прям пила какая-то нафиг. Ну что? Мне кажется, мы уже тут были или нет? Что-то похожее уже было. Сюрприз. Ну ладно, давайте заспавним. И давайте вот сюда нажмем. Ничего не произойдет. А если вот так? Вот так. И сейчас это все. Да, круто. Только нам стрелы эти незачем.
Ну прикольно, а если мы, допустим, за с вами офигеть какое большое количество? Давайте прям полную комнату, если они, конечно, смогут разойтись с одного места, где они сейчас находятся. Давайте вот, и сейчас, ребята. Всех. Опа. Посмотрите просто на эту стену стрел. Я, если честно, даже ее очищать не буду. Пускай будет так. Круто. Ну что, ребята, это восьмая комната. Если тут у нас кактусы, то, в принципе, понятно, как умрет житель. Сейчас, давайте еще раз, давайте кучу заспавним. Может, это самая мучительная смерть? Они реально долго умирают. Это восьмой способ, ребята. Давай. Во. Ребят, я не знаю, если честно. Вот я у вас буду спрашивать в конце серии. Напишите в комментарии, какая, по вашему мнению, самая мучительная смерть. То есть со всех этих 10 способов, какая самая мучительная. Но давайте еще немного подождем, потому что у нас на очереди 9 способ, точнее 9 комната. Призываем жителя и смотрим. Сюрприз! Ну, стандартный способ TNT, то есть ничего особенного. Сейчас мы наспавним прям большое количество, вот так. Вот, ну, в принципе, мне кажется, то, что хватит. Ну что, ребята, массовый взрыв, массовое поражение насастых жителей. Давайте, раз, два, три. Трое выжили, а после этого... А после этого не выжили. Крутой способ, если честно, это даже моя, наверное, вторая комната, которая мне больше всего нравится. А тут у нас что? Сюрприз. Ну что, ребята, это последняя комната. Нет, тут у нас еще... Нет, значит, я что-то... Там у нас было 6, 7, 8, 9, 10. Так, я вроде правильно, да, считаю. Там у нас 1, 2, 3, 4, 5. Тут у нас 6, 7. Нет, 6, 7... 8, нет, 6, 7, 8, 9, 10. Тут же 12 способов. А почему карта называется 10 способов? Это не я придумал, карта реально так называется. Не знаю, ладно, допустим то, что 10 способов. Это вам два бонусных способа. Ну что, ребята, мы призываем, да, тут мы уже были. Что у нас тут произойдет? Вот это реально прикольно. А если вот так? Сейчас, один, запустили. Второй в космос. Третий на Юпитер. Четвертый на Луну. Пятый на Марс. Шестой куда-то еще. Во! Ребята, а ну. Еще. Вот это реально прикольная комната, все. Я переименовал вот это самое. Самое. Вот так. Реально прикольно. Если один улетел. Вот так. Посмотрим. Еще один. Пожалуйста, еще один. Все, больше не будет? Мне кажется, больше не будет. Жалко, потому что это реально прикольный способ. Ладно, ну что, ребята, тут у нас еще один есть. О, последний, да? Что у нас тут произойдет? Пожалуйста, будь терпеливым для этого сюрприза. Это самая любимая комната создателя этой карты. Ну, посмотрим. Нам сказали быть терпеливым. Наковальня на башню. Давайте еще раз посмотрим внимательно. Ну прикольно. Это тоже входит в топ-3 моих самых любимых способов. Ребята, в принципе, все. В принципе. А нет, я сказал то, что мы за тобой вернулись.
Мы за тобой вернулись, я же говорил то, что лучше бы ты нашел способ выбраться с этой комнаты. Ну, ты не смог, поэтому мы пришли за тобой. Ну ладно, ребята, мне кажется, то, что на этом действительно можно заканчивать. Потому что это прикольная была карта, прикольная была карта. Вроде, как я понял, тут реально 12 способов. Давайте быстренько пробежимся. 1, 2, 3, 4, 5. Потому что, чтобы потом не говорили то, что Одесса не знает считать. Тут у нас 5. Тут у нас 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 6, 7, 8, 9, 10, 12 способов. А карта реально называется 10 способов, чтобы убить жителя. Я не знаю, ребята, не моя вина, но все же я очень сильно надеюсь то, что вам понравилась эта карта. Ребята, у меня уже есть небольшие идейки, с помощью которых мы можем воплотить в живую жизнь 10 способов, как убить зомби, крипера и многих других мобов в Майнкрафте. Не только с помощью вот таких комнат, а и модов, допустим, если мы будем устанавливать и моды, и без модов, да, то есть с помощью командных блоков, и будем использовать 10 различных способов в одной серии, чтобы убить какого-то данного моба. Это реально будет очень даже круто. Поэтому, ребята, я буду очень надеяться то, что вам понравилась эта серия и то, что вы хотите продолжение, потому что это реально будет увлекающе, если мы будем выпускать такие видео. Поэтому, ребята, ставьте лайки. Как только мы наберем 1500 лайков, я сразу же выпущу новое видео. Но не расслабляемся, потому что чем больше лайков мы наберем, тем быстрее выйдет новое видео, тем длиннее оно будет и тем больше будет видео. Ребята, мне реально нужно знать, хотите ли вы продолжение. Просто дайте мне знать, поставьте свой лайк. Чем больше лайков мы наберем, тем большущее спасибо я скажу вам. Потому что моя благодарность для вас — это выпускать видео. А ваша для меня, ну, это хотя бы поставить лайк. За это я реально буду вам просто нереально благодарен. Да, ребята! 1500 лайков, выходит новая серия. И также не забываем подписаться на мой канал. Каждый подписчик для меня как друг, поэтому я рад каждому новому другу, который вступит в нашу большую и дружную семью подписчиков. Я вас всех приглашаю, и все, что от вас требуется, это просто нажать на красненькую кнопочку с надписью «Подписка». Я вас прям всех расцелую, если вы вот это сделаете. Ссылочка на карту есть в описании, вы можете заходить, скачивать и также издеваться над бедными жителями. Ух, вы негодяи, издеваться — это не очень хорошо, но все же мы убили дофига мирных жителей в этой серии, поэтому... Мне это горит реально как-то глупо, да? То, что вы убиваете жителей, хоть я в данной серии убил их сотни, да? Но все же, ребята, секунды, чтобы поставить лайк, секунды, чтобы подписаться. За эти 2 секунды пройдет не так-то много времени, только 2 секунды, но за это вы меня сделаете намного счастливее, и за это я вам скажу большое спасибо. Всем спасибо тем, кто досмотрел это видео до конца, потому что не каждый это делает, многие перематывают, много кто пропускает. Поэтому, ребята, жму вам всем руку, кто досмотрел это видео до конца. Напишите в комментарии ваш топ-1, на ваше мнение, самой мучительной смерти. У нас тут было вроде 12 комнат, хоть карта называется топ-10 комнат способов, а у нас было 12 способов, но все же напишите ваш самый любимый, да? Вот напишите со всех этих способов, напишите в комментарии ваш самый любимый, который вам больше всего понравился. Мне реально будет очень приятно, если вы даже это напишите. Я еще раз скажу вам большое спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока!